сказать. Ну, я думаю, он настолько знает хорошо вот Блэкара 2Б, насколько Карпулио знает Волд. Думаю, тут недалеко ушло. Так, хорошее начало боя от Карнхулио. Но у Волда тоже есть свои автозонерские опции. Автонейтралы. В виде мантиса и пробежечек. Что же есть у 2Б? Чтобы победить это чудовище. Ох. Хороший дымачок от 2Б. Пытался влезть Рен, но не додержал. И... читерский лоу-удар забирает. Так, не знает, что это хай. Зачем-то пытался влезть в контрхит. Но знает, что мантис вперед, нужно под ним садиться. Ох, какой летал хит. Только познаний. Сколько дамага. И как неудачно юкемится 2Б и отжирает еще на роли все подряд. Ох, какой... Это можно назвать оттягом у 2Б. Ну, это и есть оттяг, он же как бы, она отпрыгивает назад, поэтому... Ну, не лучше в игре, я не знаю, но хорош. Хорош, хороший оттяг. Ох, набегает Тарот. Не угадывает мидлоу миксап 2Б. Но в этот раз угадывает, не отжирает мантис. И опять не додержал Тарот свою ре. Да, Таро, пора уже давить реп по полный бросочек. Это не командник? Нет. Ну, командники у него только со спины, когда он поворачивается. И с напрыжки. Вот, вроде бы так. О, хороший дамаг от 2Б. Уходит в Soul Charge Тарот. Может много всякого натворить. Зачем 2Б просто так входит в свою стойку? Это... не, это не рандом CE, это Soul Charge. А рандом CE еще не дошло. А вот рандом CE от Волда, и оно не проходит, потому что делало оттяг 2Б и удар по башке. По-моему, это 2Б делает только оттяги. Да. Автонейтрал. Сильный персонаж, сильный. Слишком много автонейтралов. Пошли советы от Сета. Сет знает, как еблоозить за 2Б, поэтому надо слушать. Так что, Блэкара, хватит бить воздух. Отмахивать мух ты будешь потом. Давай, вспомни, Тарот, вспомни, как играл... как его там, Ямидуми, Ямамото... как, мне, как... кажется, проиграв, мне кажется, проиграв Райзу, я кого-то выбил из топ-8. Я случайно, друзья, правда. Райз сильный. Эш, как звали чемпиона Эва? Йотото. Во, Йотото. Тароту нужно просто вспомнить, как играл Йотото, и просто-напросто играть точно так же. Да, и забыть, как играет Тарот. Ну, это уже сложней. Так, полностью открытая арена. Могут быть рингауты. Очень неприятные. Можно улететь с фулл ХП. Главное не улететь без ХП. Самому. Так. Ай, хороший комбо, миксап. Тарот перестал бить воздух, начал бить 2Б. И это приносит ему просто гигантские плоды. Возможно, даже этот раунд, да. Подожди, это что такое было? Он убил... он убил ее жопой. Нет, он там промахнулся, она просто умерла, потому что жопа приземлилась рядом. Слишком страшная жопа у Тарота. И это может быть опасно, это может быть рингаут. Волда зачем-то прыгнул, 2Б несколько раз гикнуло в воздух. И в перфект забирает этот раунд Блэк Тарот. Там что-то робот заговорил, дрон точнее заговорил 2Б. Дроидик. Ее матюгнулся. Как зовут дрона, кстати? Понятия не имею. Ты не играл в НИР? Я запустил НИР и прошел пролог.
Это а, самое сложное в игре, этого достаточно. И кто ты после этого, скажи? Так, угадывает мидлоу, миксап и... О, рандом ЦЕ заходит в контрхит. Только я хотел похвалить Корнхулио, что он угадал мидлоу, миксап, но он отжирает ЦЕшку рандомненькую от Тарота. Пора включать авто... И это рингаут! Ой! Я думал, эта херня не рингаут, но оказалось все гораздо хуже. И вот просто... Just like that. Улетает Тарот с арены, хотя это раунд был его. Ги, Риги. Не, Риги кает в ответ еще раз 2Б. Еще Ги, вифает. Так, ох, неприятный лоу. Еще один неприятный лоу. А плюс Б. Это много дамага сейчас. И опять же Тарот оказывается... И он пытался уйти в Мантис, но не получается. Это ЦЕ, оно добивает. И на матч-поинте будет сейчас находиться Корнхулио. Да, это все еще FT2. Вот, FT3 игрался разок, потому что у нас был финал венеров. Вот, поэтому не удивляйтесь. Вот, мы вас будем информировать. Потому что я сам иногда путаюсь, кто что играет. Так, включаются автонейтралы от 2Б. Будет ли автонейтрал от Волда? Вот он. Но уже больше половины ХП нет у 2Б. Сейчас осталось совсем мало. И это перфект. Нет, победа. Да. Нет, это еще не победа, есть шансы. А там же можно скомбить было ЦЕшка, ну, Тарот, ну. Ой, очень неприятно отжирает херню Тарот, но 2Б замешилось. Господи, это был укол смерти в задницу, а все взорвалось. Господи, у меня слетела одежда от этого. А у тебя бы не слетела? Ну слушай, когда так руки-ножницы попадают тебе в пятую точку, то и очко 2Б уходит Тароту. О, меня сейчас проинформировали то, что очень хороший человек с ником Ахаламон задонатил нам 500 рублей. Большое спасибо тебе, добрый человек. Да, это было час назад, но мы узнаем это сейчас, потому что мы скипом это, к сожалению, не видим. Да, у нас нет это доступа. Прошло. У нас нет доступа к деньгам. Мы работаем буквально за ничто. На Фантазма. Да, Фантазм нас еще электричеством бьет. Да, пожалуйста, помогите нам. Если мы соберем большую сумму, может быть, Фантазм нас отпустит и наймет китайцев. Не знаю. Хотя бы удлить наш поводок, чтобы мы могли добраться до воды. Хозяин, пожалуйста. Пожалуйста, отпустите нас. Я до сих пор не могу выспаться после 13 часов стрима Эва. Так, а тем временем Тарот очень агрессивно начинает этот раунд. Но 2Б отвечает автонейтралом. Что лучше, автонейтрал Волда или автонейтрал 2Б? Пока что автонейтрал Волда забирает этот раунд. Блин, эти шипы на совках Волда, я не знаю, нет? Дальше выглядит. Где такие можно купить, типа? Я думаю, в специализированном магазине только. В который можно попасть только через Darknet. Да. Так, да. Рвется Акуба бросок. Акуба обязательно посещал. Отведывает оттяг. Не получается у Волда уйти в Мантис. ЦЕ, неужели добьет? Не добьет? Хотя возможно, там же лоу хп, это плюс 10% дамага. И момент истины, нет. Пиксель хп остается у Волда. По стрелушке. Нет, он знает, что это хай. Вот это рид. Вот это выбор опций от Тарота. Правильный выбор. Кип одобряет. Хороший степ, но 2Б бьет даже спиной. Она брала уроки у Волда. Летал хит, это будет очень много дамага. Ой, ой. Меняются... Убежал. Нет, меняется убежал. Камера, меняются стойки. Рандом ЦЕ, ну или вивпаниш ЦЕ от 2Б. Меняется все, 2Б остается. Так. Ой-ой-ой, дебаггеры.
Надо реф, неприятные включать. Дебагеры и рандом CS заходит. И оно должно забирать этот бой. Так, и какой это счет? И это 2-0, 2-1. И Тарот проходит дальше. И... Блин, клёво, я сейчас...